За последний учебный год медиаклуб в формате .ру молодежного центра принял участие в различных конкурсах городского, областного и всероссийского уровня. Участники были удостоены большого количества грамот, дипломов и благодарственных писем. С 2020 года клуб стал партнером Лиги юных журналистов и Нижегородского объединения студий. То есть ребята создают телепрограмму, которую выпускают на местном телевидении канала ЧЕ 8:30 по воскресеньям. В том числе и наши видеоролики тоже там иногда бывают. В студии ребята создают видеоролики различных форматов и жанров. К работе над ними учащийся и педагог подходит оригинально и творчески. Иногда мы просто обговариваем с ребятами, вот что кому хочется снять. Например, вот мы также пришли к идее по телефонной зависимости, когда вот ребята сами предложили, говорят, давайте вместе все снимем про телефонную зависимость, потому что это актуально. Две воспитанницы медиаклуба получили дипломы первой степени Всероссийского творческого конкурса «Я помню, я горжусь», который был приурочен ко Дню Победы. Кристина Козютенко приняла участие, чтобы почтить память своих родственников. Я сама лично писала сценарий, снимала, редактировала, и моя учительница опубликовала этот ролик. 1000 просмотров в интернете набрал ролик «Любовные послания». Его ребята сняли в стиле «Ералаш». Видео посвятили Дню всех влюбленных. А этот ролик мы делали достаточно долго. К нему очень усердно готовились, делали сюжет, долго реквизит искали, очень снимали тщательно, раскадровка. Каждую неделю воспитанники клуба участвуют в мероприятиях. Впереди у них большие планы. За их активной работой можно следить в социальных сетях. Светлана Ярунова, Артем Глазков, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».